За черт. Ну, по крайней мере, я же сейчас надо освободить остальных. Конечно, я не такой скалолаз, как надо. Но все же. Надо подобрать мое оружие для начала, а потом соединить всех остальных. Замечательно, теперь можно собирать освобождение. Сначала соберем аванс. И начали! Тут же закончили. Ну, а ты не знаешь, где мой степлер? Кратце наш план. Он создает из нескольких фаз. Фаза первая. Отвлечь этих троих. Фаза вторая. Дождаться Карака. Фаза третья. Сказать ему, чтобы он восстановил Галока и Нувока. Фаза четвертая. Напасть на эту армию с двух сторон. Фаза пятая. Победить. Я не такая тактика сработать должна. Ну, так же командир, а не будет командир, не будет. Вот у нас и есть командир. Ну, допустим, лично пофигу. Короче, так, парни. Надо отвлечь ее, я надо отвлечь эту армию и увезти подальше отсюда. Они же скоростные, две машины. Паук. Паук не в счет. Две машины, они очень быстрые. Быстрее, чтобы успеть за нами. Нужен будет не как Хитлин, а пока не будет там возвращаться. А вдруг Карак там не придет, так то это знаешь что? Провал миссии. Мы обречены на поражение. Мы втроем не справимся с ними. Это будет неравный бой. А так более-менее равный. Более-менее равный. Хотя стоп, ну да, если уничтожать чисто по одному. Вот именно, если гасить. Мы же вшестером сильнее одного. Значит, одного замочим, потом еще одного, и потом еще одного. Главное не нарываться на всех сразу. Гасим их поодиночке. И тогда шансы на победу значительно увеличены. Вам случайно не сравняться. Здоровский план. Приступим к его. Его плащу.